Мария Николаевна Суровец родилась и выросла в деревне Осередок Осиповичского района Могилевской области. Со своим будущим мужем учились в одной школе, дружили, однако мирной жизни помешала война. Во время Великой Отечественной служила медицинской сестрой в звании старшего сержанта хирургического госпиталя, награждена медалями за победу над Германией, за взятие Кёнигсберга, за победу над Японией. Все долгие годы войны Мария Николаевна и ее будущий муж Владимир Григорьевич Суровец не имели весточки друг о друге, но судьба подарила молодым людям встречу в Маньчжурии, и с тех пор они не расставались. После возвращения к мирной жизни они жили и трудились в городе Лунинец Брестской области. Он работал секретарем райисполкома, председателем колхоза в деревне Дятловичи. Она всю жизнь проработала медицинской сестрой в Лунинецкой центральной районной больнице, помогала людям, была донором крови. Две дочери и три старшие внучки продолжили медицинскую династию семьи, тоже стали врачами. Родные до сих пор вспоминают, дом бабушки и дедушки собирал всех в одну дружную семью.